Привет, ну наконец-то, блин. Все хорошо, жив, здоров. Короче, глянь, на Миноборону пишите, прокуратуру, танки неисправные, направляют на самый передок, вот нас сегодня направили, значит, наступление. У нас танки нерабочие, глохнут через каждых 50 метров, ебаный урод. На нас эти пи***ры орут, а мы сделать ничего не можем, они посылают пацанов на убой, тут просто... Ложатся в поле трупы, и хуй кто дает их забирать наших солдат, прикинь. Да я понимаю, ну напишу, писала я, а толку что? Блядь, напишу прокуратуру, на Миноборону, нахуй, выходите, рассказать, делайте что-нибудь, пусть приезжают, попробуют, они пи***ы не дают, нахуй, даже родным звонить, нахуй, уроды ебаные. 237. 237? Да! Ну, чё, это полк? Да, в которой мы сложим танки неисправные, сука, посылают на убой пацанов, блядь, пусть делают что-нибудь, ёбаные ублюдки, мы тут, у нас руки связаны, солнце, давай, целую, обнимаю.